Когда пилот входит в крутой поворот, машина тотчас скрывается в клубах снега. Скорость запредельная. На скользкой трассе автомобиль с легкостью уходит в занос. Не помогает даже отличная шипованная резина. Таких моментов соревнования становились только зрелищней. Второй день гонок. На трассе только профессионалы. Эстафетную палочку они перехватили у юниоров и любителей. Все участники этого заезда – обладатели чемпионских титулов. Многие не раз одерживали победу на престижных стартах страны. Их железные кони оборудованы по всем канонам автомобильного спорта. Внутри салона – каркасы безопасности, всевозможные датчики. Обслуживает гоночный болид целая команда. Устанавливаем каркас безопасности, подвеска близко к серийной, и все. Ну, класс национальный, он как бы такой распространенный класс для бюджетного, скажем так, пользователя, гонщика. Все. То есть намного лучше, чем кустарным способом в гараже. Конечно, лучше. История повторяется. Как и в прошлом году, далеко от своих соперников вырвались главные претенденты. Финишный заезд. Впереди семикратный чемпион страны Дмитрий Брагин. Именно ему в итоге достаются все лавры волжского трека. На пьедестал почета встают и ученики победителя. Призовые места между собой вновь поделили ульяновцы. В Чебоксарах уже второй раз на этой трассе. В том году тоже достаточно хорошо выступил. Но так я уже занимаюсь 2 года в классе D2 юниор. Автоспорт в Чувашии развивается стремительно. Нынешние соревнования собрали под своими флагами более 70 участников. Рев гоночных болидов в акватории столичного залива раздается уже второй год подряд. Планы организаторов куда глобальнее. Наша задача — идти дальше. И вот эти соревнования, почему мы сейчас проводим, опять же, впервые под наблюдением Российской автомобильной федерации, потому что мы хотим их возвести в статус российского чемпионата или российского кубка зимних видов спорта автомобильных. И поэтому мы к этому готовимся, исправляем свои ошибки, работаем над совершенствованием трассы, судей. Перспективы ближайшие – собрать лучших гонщиков на одной трассе и в следующем году. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.